Я не совсем знаю, что это за квадраты. О, там это жук, это жуткая хрень ходит. Вон, Виталий появилась. В холлвей один. Подожди. А чё? Она же здесь была. Она ушла? Это как работает? Погоди. Всем привет, друзья и гости, конечно же, канала. Всем богогашечки, Нептун, это я. Мы сегодня начинаем прохождение новенькой FNAF-пародии. И это вторая часть игрушки Weekdays от Wilbur. Помните, мы проходили? Вот наверху подсказочки. Если вдруг кому интересно, там был волк, там была вроде бы чайка, аниматроник, и там был аниматроник-черепаха. Кстати, вот они даже все здесь есть. Help нажимаем, и можно понять, как против них играть. Wilbur — это волк. Шелдон — это черепаха. И Seamate Seagull — это, видимо, чайка, да? Ну, кто там обычно на море? Чайка, черепахи. Не знаю, почему там волки? Ну, типа, знаете, морской волк. Ну, типа того. Значит, мы прошли первую часть, и здесь вторая. Причем менюшка такая необычная. Обычно в менюшке, знаете, там какие-то аниматроники, либо сам Wilbur. Жуткая музыка, шипение, там, эффекты камеры и прочее, да? Но здесь это как будто, знаете, реально, как будто это какой-то старый компьютер. Да? И папки, это типа новая игра. Продолжить и, видимо, кастомная ночь. А здесь, возможно, место для менюшки экстра, когда мы пройдем все основные ночи. Так, давайте быстренько посмотрим, как против них играть. Значит, Wilbur. Я так понимаю, что ему нужно блокировать вход в офис или что-то типа того. Шелдон. Тут, видимо, нужно использовать какой-то аудиолюр. То есть, видимо, его нужно отвлекать звуком, да? Потому что он может исчезнуть с камер, и его не найдешь. А Сигл... Он тоже идет по какому-то своему отдельному пути, и на него нужно светить фонариком. Вот. Hold your light на него, чтобы его перезагрузить. Все, примерно понял. Давайте посмотрим, что из себя представляет игрушка. Новая игра. Вау! Job unending the gig, newbie. Just a heads up, we're one of the most advanced and high-tech animatronic testing facilities out there. This job should be a piece of cake. However, if you mess up, there will be consequences. But we won't cover that right now. I've taken the initiative to install a camera system and a desktop assistant to help you guide you through your first week. Alright, well, let's get to it. Так, спасибо тебе. Ооо, Monday, понедельник. Также, дни недели, как в первой части. Но в первой части это было, знаете, типичная FNAF-пародия, типа... Офис, мы там выживали здесь. Возможно, будет система, как в FNAF 5. Sister Location, мы типа будем ходить, делать какие-то задания, и при этом еще и выживать. Давайте. Погнали вперед. Так, заходим в двери. Боже, что это? А фонарик-то где? На какую? Alt? Shift? Окей. Клик сюда, чтобы... Камера-панель, понятно. Так, что у меня есть? А, вот. Освещение. Еще одно освещение. Подожди. Ага. Освещение вырубается вот здесь, да? Все, в дверях освещение вырубается в планшете. Это я понял. Так, камера 1. Я нахожусь, видимо, где белый квадратик. Ко мне ведут вот эти две комнаты. А вот аудиолюр, видите? Таким образом, видимо, я привлекаю аниматроников. Как это остановить? Тихо. Я не совсем знаю, что это за квадраты. О, там это жук, это жуткая хрень ходит. Вон, Виталий появилась. В холлвей один. Подожди. А чё? Она же здесь была. Она ушла? Это как работает? Погоди. Сигл здесь. Часы идут, смотрите. Life feed. Так, ладно. Так, шестая камера, никого. А, чё? Что это? Что это? Это какая-то крыса была. Подождите. О никаких крысах вот здесь речи не идет. То есть, минутку, какие-то новые аниматроники, или это не крыса была? Может, это был Wilbur такой?
Что-то я не разглядел, но, по-моему, это крыса, нет? Черт, давайте продолжать. Так, начинаем. Вот эта вот жуткая хрень меня убила. Это же не Уилбур, правильно? Какой-то мышь. Это, по-моему, совершенно рабочий аниматроник. Как так получилось? Так, на седьмой никого. Вот он, Уилбур, да. На пятый стоит. Что это за квадратики, на которые я нажимаю? Непонятно. Вот, этот пришел сюда. Вот видите, вот он стоит. Он отсюда ушел. И вот он на этой камере. Это я вот так гоняю? Например, так на квадратик нажал. Так, он появится здесь или нет? Так, Уилбур тоже ушел. Как мне? Так, допустим, я подсвечиваю. А дверь-то как закрыть? Подождите. Retract dummy. Что такое? Повар. Генерал-повар. Ай! Да, меня убил Уилбур. Я пока не могу понять, как здесь играть. Черт! Непонятно, столько всего всяких управлений. Ладненько. Так, дамми, да? То есть, мне нужно дамми направлять туда же, где и Уилбур. Чтобы дамми блокировал путь Уилбуру. И тогда Уилбур меня не убьет. Уилбур. А дамми это вот это вот. Жутко странная то ли мышь, то ли что, которая у меня в офисе, да? Я управляю ей, это типа робот. Все, понял, понял. Давайте попробуем теперь с ним. То есть я просто должен ходить на камере Уилбура и туда направлять дамми. Через эти маленькие квадраты, как я понял. Окей, давайте продолжим, продолжим. Так, ну вот, допустим, Уилбур здесь. Я нажимаю на квадратик. Нет. Он пришел. А где Уилбур? Подожди, он убежал уже. На четвертую камеру, значит сюда. Да фак? Он уже на третий. Все. Получается, что вот здесь дамми, и он перекрывает дорогу Уилбуру. Уилбур не сможет пройти с третьей камеры в эту большую комнату, а потом не сможет попасть ко мне, правильно? А что такое ретракт с дамми? Ретракт. Типа как-то перезапустить его путь, или что, или как? Ну я вроде пока живой. О, он исчез, да? Куда он пошел? Ага, он здесь же. Все, я понял, видите? Все эти дамми, они стоят в проходах. То есть они проход забаррикадируют. И теперь? Уилбуру ничего не остается, кроме как ходить как дебил со второй на третью камеру, да? Или подожди. И на четвертую. Он будет сейчас вот так вот по этим коридорам ходить. Туда-сюда. Все, я понял, как против него играть. Нужно просто запирать вот эти квадратики, видите, маленькие, в проходах дверных. Именно туда я и могу направлять нашего дамми, чтобы он блокировал вход Уилбура. Чтобы Уилбур не ходил ко мне. Ко мне, видите, ведет вот этот проход. Самый важный. Так, дальше. Сигл. Сигл вроде пока без движения. Там еще была черепаха? Или подожди. Это... А это кто? А кто из них черепаха? Подождите. Это, по-моему, черепаха, да? Вот, вот эта черепаха. Кого-то из них нужно освещать. Так. А освещение-то где? У меня фонарика никакого нет. Может, освещение на всех камерах есть? Где-то было освещение? Но это освещение здесь. То есть я его должен подсвечивать в дверях, правильно? Когда вижу, ну, в дверях кого-то, я просто вырубаю лампочку, и тогда он пропадает. То есть мне нужно регулярно вот так подсвечивать проходы, чтобы определить опасность. Но они пока без движения. То есть активен пока только Уилбур. Но я его запер тупо, он не знает, как ему пройти дальше. Окей. С этим я разобрался. Какая-то муха. Что за муха? Ты что? А, хинт. Она мне дает совет, эта муха. Нажимай на муху, видите, он совет дает. Используй дамми, чтобы блокировать Уилбура. Спасибо, чувак. Я это уже понял. Ладно, хорошо, с этим разобрались. Дальше, звук. Ну, звук это что-то аудиолюра.
Этим зубком я буду, видимо, управлять аниматроником. Так, Dummy Power. О, это плохо. А, все, у Dummy кончилась этот энергия. А как мне его перезарядить? Подожди. Сейчас Wilbur меня угрохает нафиг. А, блин, там было редирект чего-то такого. Wilbur'а. Я теперь не могу передвигнуть Wilbur'а. Dummy Power. Точнее, не могу передвинуть Dummy. А как мне его перезагрузить? Подожди. Или мне нужно было это делать чуть раньше? Черт, непонятно. Подскажи мне, как мне использовать перезагрузить Dummy, чувак, муха. Ты все знаешь, ты должна мне помочь. Уже 5 утра, кстати. Мы почти полностью первую ночь прошли. А, главная энергия... У меня еще 37, вот 36. Это, видимо, главная полностью энергия, питающий планшет, электричество, освещение и прочее. Да. И отдельная энергия для Dummy, чтобы блокировать Wilbur'а. Но как его перезаряжать? Вот это вопрос. Надо будет подумать. На следующей ночи... Оу, мини-игры! Прикольно, смотрите. Офигеть, круто. Мне надо собирать монетки? Грибочки какие-то. Я играю за муху за эту. А ящики мне нужно, видимо, объезжать. Здорово. Блин, офигенно. Так, пока ни одну не пропустил. Так, тихо, ящик. Причем он едет вперед, но поворачивать влево он может только зажатой клавишей вперед. То есть я не могу просто повернуть налево. Ну, чтобы вы понимали, это не очень удобно, но... Но пока все вроде терпимо. 21 монетка. Так, тихо, тихо. Офигеть, вот это мини-игра! Я просто балдею! Нифига себе, нам целую гоночку завезли сюда. Так, так. 31 монетка. Только что я получу за эти монетки. У меня к тому же еще жизни есть. 3 сердечка. И я пока ничего не потратил. Это здорово. О, это я люблю. Так, тихо, аккуратно. Ящики лучше избегать. А, да. 40. Там была последняя монетка. Почему-то она не взялась. Потому что я типа, ну, через финиш пришел. Так, ладно, хорошо. А куда нажимать? Просто экзит? Фу, слушайте, мне понравилось. Ну что, будем продолжать? Давайте, вторую ночь. Вторая смена, видимо, вторник. Ночь 2. Так. Здесь, видимо, будет активен не только Wilbur, да? Вот. Сигл будет активен. И нужно будет на него освещение делать. Вот он. Так. Где там Wilbur? Куда он утопал? А где... Подождите. Где Wilbur-то? Вот он. То есть он идет вот сюда, значит, его нужно отослать. Все. Теперь Wilbur не пройдет. Сигл пока на месте. Но это, по-моему, Сигл, да? Это и есть аниматроник Чайка. А это черепах. Черепаха пока будет без движения. Вот, ретракт Dummy. И у Dummy, видите, тоже есть энергия. Пока 90. Так. Ага, Wilbur здесь, значит, отправляем... С Dummy сюда. Он пришел. Но, походу, дело, наш дружище проскочил, да? А, нет, погоди, вон на 7-й. Значит, отправляем пока сюда Сигала. О, Dummy. А, черт! Не успел! Не успел! Но я старался. Так, дамы и господа. Wilbur проявляет активность, и еще вот Сигал тоже начал ходить. Так, 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 никого нет. Где они? Он же не проскочил. По-любому. Вот он, Сигал здесь. Все нормально.
И эта чувиха тоже здесь. Точнее, чувак или чувиха? Это парень или мальчик? Ой, парень или девочка? А он может пройти через моего дамми? О! Они идут по левой стороне. Так, успел, да, поставить? Все. Теперь они не должны пройти. Вот, кстати, видите, ретракт дамми нажимаем. И тогда я могу его подзарядить. Ага, вон они, на второй камере. Нажимаем ретракт. Дамми, он в это время исчезает, я так понимаю, но... Все, ставим обратно. Да, мы его типа позвали к себе. Он перезарядился. Так, тихо-тихо, проверяем. Вроде никого. То есть, когда я нажимаю ретракт, он приходит ко мне. А, черт, как? Как? Да он был... Там же, наверху, я его запер, дами. Нет, ну, конечно, мог пройти по правой стороне, но, блин, там... Три или четыре комнаты, он не успел бы так обойти. Короче, вы поняли. Когда нажимаю ретракт дами, он в итоге потеряет... Ну, уходит в свое место... Освобождает все проходы, но при этом я его заряжаю у себя. Видимо, где-то. Потом он уходит обратно. Нужно это успевать делать, подбирать моменты, подбирать удобный случай, чтобы его заряжать. Погнали дальше. Так, три ночи. Сигал здесь. Уилбур был здесь. Ага, вот на третий. Он пока здесь по треугольнику бегает. Со второй на третью, с третьей на четвертую. С четвертой на вторую камеру. Я уже успел немножко перезарядить дамми. Так что все относительно неплохо. Думаю, что этой энергии должно хватить. Чисто в теории. Так, Уилбур, куда он делся? А, на седьмой, фак. Ладно. Пусть он стережет проход с правой стороны. Надо чекать, ага. Уилбур вернулся на третью. Как он так быстро перемещается? Боже, с третьей на седьмой, это как? Там же нет, по-моему, прохода или есть? Между третьей вот, ну, вы поняли, да? Опять на седьмой. То есть между седьмой и третьей вот... Тут есть проход вообще или нет? Так, птичка на месте. Да вы издеваетесь? Хрена он там бегает? Так, птичка на месте. Ладно. 18, мне нужно перезарядить. Срочно дамми. Сейчас он сделает телепорт, и я перезаряжу. Так. Уилбур, сделай ход, чтобы ты... Вот, все он сделал. Сейчас мы немножко перезарядим дамми. Чуть-чуть. Так, птичка исчезла. Мне напрягает, это напрягает. Скорее всего, он появился здесь, да? Или с другой стороны? Порт. Короче, пусть горит освещение. Так, вон здесь птичка куда ушла? Короче, он где-то, скорее всего, в проходе стоит. Но я типа на него свечу. Так, давай уже 5, уже должно быть 6. 6, давай, 6. Может, он на первый? Нет, не на первый. Вон, скорее всего, ко мне. А, все, она ушла. Она ушла на восьмую. Да, на восьмую камеру ушла эта птичка. И я прошел вторую смену. БКГ! Ну что, погнали опять, поездим. О, новая карта, кстати. Это что за черная штука? Это нужно собирать? Нет, эта штука тратит мне жизни. А это что? Грибок? Я могу прыгать? Воу! Так. Я такими темпами себе все колеса отобью. Грибочек что мне делает? Что он дает? Делает одну защиту мне от нападения? Он как-то быстро пропал, его даже не использовал. По сути. Но все монетки должны быть моими. Моими, говорю, все монетки должны быть. Так. 33, 34, 35. Сейчас хоп, такая черная штука. А такая подстава может быть. Пока все неплохо. Так, тихо. 45, 46. И все. Вот как-то... Как там две за финишной чертой было еще две монетки? Как их взять? Черт, хочу их взять. Так, ну,
Слушайте, друзья, прошли мы сегодня две смены и две мини-игрушки поиграли. Неплохо для первой серии. Надеюсь, вам понравилось. Поддержите пальчиком вверх мое прохождение. И непременно ждите вторую серию. Продолжение. Будем вместе проходить ту игру, изучать разные секреты, открывать менюшку экстра и, конечно, пугаться до чертиков этих аниматроников. Вступайте в группу ВКонтакте и жмякайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Это был Нептун. Желаю всем добра и позитива. Всем пока-пока.